Привет, Никита. Привет. И Киса. Угадайте, что мы будем делать? Будем красить стены. Мы собираемся здесь небольшой ремонт сделать, да. И перестановку. Хотим выкинуть этот стол и купить новый. Да. Ну, немножко здесь сделать все по-новому. Да, а вот Валик. Никита будет красить стены. Да. Сам. Папа, Никита, куда ты дрелью? Он... Давай-ка, я сейчас. Что, он себе в комнату положил в игрушки дрель? Я под майки ее припрятал. Никита, все, папа, все инструменты, все всегда дырит. Цветочки новые куплю, посажу, потому что те у нас совсем померли. Да. Вон Маша сидит на заборе. Тут не видно, ко мне иди сюда. Вон, между... за дерево, видишь, она по дереву забирается на забор и дразнит собаку. Где? Сидит и на нее и шипит. А вчера к нам кошка незнакомая зашла во двор. Да. Так Киса так на нее бросилась, так эта кошка бежала от нее. Искры летели. У нас не кошка, а собака. Охранник двора. Никита так не терпится красить. Скорей. Иди сюда. Бери. Давай. Потихоньку, не торопись. Вот так. Вверх, вниз, не быстро. Не быстро, а то разлетаться будут. А будет капать. Все, да. Давай, теперь моя очередь. Кстати, а потом мамина, да? Можно купить розовую краску, но розовая краска может светиться. Рост измеряли, где закрашиваешь. Все, информация, файлы потеряны. Ну ничего, завтра все засохнет и можно опять. Никит, какой стол будем покупать? Ну, такого цвета? Черного. Черный цвет. Большой черный стол? Да. Такой. Никита, ты красил стены? Да. Стены мы, короче, покрасили. Еще обижался. Да, еще обижался все время. Мы покрасили стены везде. И там на кухне, и вот здесь. Теперь готовы ехать за столом, за новым. Сейчас дети со школы придут. Как мы их приведем? Привет! Мы едем по магазинам поискать нам стол обеденный. Да! Из нашего стола наша семья уже давно выросла, мы не помещаемся за ним. Да, насчет Икеи, у нас Икеи нет. Всем да, сразу отвечаю. Пока нету. Они ее строят. Они даже ее не строят, планируют строить. Да. Так, для начала мы приехали в магазин, который называется Мор. Здесь это один из популярных мебельных магазинов нашего города. Мы даже не знаем, какой нам стол нужен, что нужно. Нам не нужны мебель, нам нужен стол. А стол что? Одежда? Так. Там люди как у нас. Я нашел. Так, я первый зашел на толстый конец. Что это, шкатулки такие? Типа из Библии шкатулки, да? Открой. Этот магазин может быть вот здесь. И вот такая маленькая. Мама, такой классный диван. Слышь, Посмотри, какая есть. Сонечка, это меньше нашего, и это такой дешевый, быстро так все исцарапается. Это такой ковер, как у нас в комнате. Да, точно, как у вас в комнате ковер. Киска любит его сосать. А где же стулья? Сейчас пойдем искать. Вот, например, стол. Ну-ка, из чего это сделано, я не пойму. Это дерево. Ну, это дерево? Это нет, я думаю, что это спрессованное что-то, это не настоящее. Смотри. Думаю, это очень хороший стол. Это может быть и хороший стол, только вот эти стулья для нас быстро испачкаются. Да. О, что скажешь насчет этого стола? Мне цвет не нравится, а так размер? Это абсолютно ужас. Ужас, да? Оно цвет или качество? Это дерево. Качество сюда ужас. Попадет. Сюда попадет. Качество. Бумага, да? Мам, смотри, сюда попадет. Да, да. Да, мам. Так, пойдемте дальше туда. Вот эти стулья, это же кошмар. Стулья, да, однозначно. Художников. А, да, они у нас сразу тайдай станут. Так, ну этот стол уже посолиднее, так что теперь тоже плохого качества. У нас папа работал в мебельном магазине, он разбирается. Что, это уже тоже плохое качество? Да, он тоже плохое. И посмотри на стулья.
посмотри на это. Такая же. Ну, просто чистить чаще. У Марины такой же стол. Такой стол? Точно такой. Коль, хоть ломать. Никита круто завалился. Ух ты. Целый остров такой, да, спальный? Что-нибудь нашел? Мне кажется, что надо ехать отсюда, потому что здесь все такое черное, с тряпочными сиденьями. Со скамейкой. Размер, нам вот такой размер подходит. Я буду вот здесь сидеть, а папа на другом конце, и мы не будем даже друг друга слышать, да? Здесь скамейка. Ну, здесь тоже щель есть. Мама. Да щель, ладно. Мама, вот это деревянный, да? Да, деревянный. Это стол? Мама, этот стол на Thanksgiving. Ну, он некрасивый. Мне цвет не нравится. Так, конечно, для нас нравится. Размер подходящий. Что скажешь, мама, про этот стол? Это для Чего скажу? Ужасно. Это очень ужасно, хороший, мам. Всем нравится. Мне просто не нравится вот это вот он сделан под деревенскую стилистику. Вот это вот. Следы от распила. Грубо такое, да? Да. Доски, они эти самые такие. Даже уровень досок не подобный. Мне цвет не нравится. Это царский такой. Не царский, а это в старинном каком-то old fashioned. Да, как бы вайкин. Никита, что про этот стол скажешь? Ничего. Плохого качества, не хорошего. Ну, это же наклейка. Наклейка? Да. Если на него частенько воду разливать, то вот эти углы начали. Пошли! О, мне вот это нравится, столик. Да, я думаю, это с массажерами тоже, я думала. Это просто реклайнеры. Кита, не ломай. Не прошу. В русском магазине, я думаю, что не вариант заказать. У нас уже Сонин стол начал облазить. Я думаю, что там качество в русском мебели. И кровати у нас черные из русского магазина. Мебельные все уже поломались. Это дейбет называется. Да? Дейбет, как у вас. Потому что все это такой стилистики. Да, правда. Здесь даже не поставишь стакан. Криво. В ямках. Вот, представляешь, вот сюда стакан. Фужер поставить отсюда. Он же обязательно перед самое. Перевернуть. Правда. Или если двинешь. Как будто молотком вбили. Да. О, смотри, какие ямы. Что они какой-то правда. Неужели мода такая пошла? Или стиль? Ну, именно стиль в этом магазине. Магазин, это сиденье. Этот работает? Нет. Тут в середине. Тут можно. Тут сидеть, кино можешь смотреть. Смотрите, кровать какая сзади, подсветка. Вот это мне нужно. Бери. Брать, да? Ты мне купишь, да? Бери, говорит. Ой, вот эта штучка вообще суперская. Это мне очень нравится. Все, давайте поспим здесь, завалимся, все, поспим. Это моя марифу. Вов, ну что, в твой магазин поедем? В твой собственный. Никит, не ломай. Пойдем в папин магазин. Так, ну что, теперь мы приехали в папин магазин. Ура, это папин магазин. В смысле, не папа им владеет. Папа здесь работал. Так, это у нас на улицу мебель. Для улицы. И тут горят. Слушай, классно, здесь нет. Можно жарить, да, эти? Мясо какое-то. Мам, нет, это кто ест, чтобы они были горячие оставались. Ну вот что, ты все понимаешь, да, все знаешь. Все, пойдем. Классный путь. Да. О, они мясо. Вот это называется панч, что ли? Ух ты, какая дрелись сразу на входе. Настоящее, да, деревянное что-то? Да. Это настоящее дерево. Это полочка такая, да? Оно пало что-то вверху, только тут попробуй. Это корень. Это настоящее. Класс, это корень от дерева, да? Это корень от дерева. Они меня от дерева там вырезали и так сделали. Хай. Смотри, какая скамеечка декоративная.
сумка деревянная. Это настоящая бутылка. Это настоящая бутылка, блин. Оставь. Настоящая? Да. Вот они столы, да? Сейчас мода стала с этим самым. Да. С мягким? Не с мягким, а с... С лавками, с камей. Вот это. Да. Вот, это пластик. У меня ножки не застают. Эти... Пластиковый стол за $500 всего. Ну, он такой же, как у нас, размер. Нам нужен большой. Эти столы были тогда. Что, эти столы? Тогда продавались вот эти, они до сих пор есть. Видимо, они продаются нормально. А что это стул один белый? Ну, наверное, можно купить вот такого цвета стул. Мама, посмотри. Ох, вот это такой у нас. Как у нас, да? Ну, что тут насчет этого стола? Мне не нравится такой вообще. Лампы от мух. Сито. Вот этот стол, как у меня в детстве был, у нас был весь такой же. Так, это совсем как вот студенческий. Или какая скамейка. Два стула как спаянных. Что-то вообще столов нет, ребят. Да хватит, нет, вон еще полно столов. Так, что здесь? А, это который, когда я приехала в Америку, куда у нас такой был? Это мне еще. Ну, это добротный, да, стол очень? Да, сколько это... он сейчас, 1300 стоит, да? Или это набор стоит 1300? Или стол один? А, это один стол стоит. Ого. Это вот 5 пис стоит. Это вот сколько стул стоит, сколько другого. Один стул $200 стоит? Ничего себе. Такой стол. Так, это тоже пластик, да? Нет, это пластик. Дерево? Мама, это тот же самый, который у нас был в другом магазине. Ну, как вот вообще некрасивые. Это, мне кажется, в баню такой только. Глянь, под попу на это, стул. Смотри, в форме попы. Ну, не в форме попы, конечно, но удобно будет попе. Мам, давай, что там свой снэк. Сонь, положи на место. Вот таскать все, Сонь. Мама. Тебе подошла под попу, да? Да. Опять банный стол. Вообще, глянь, как будто доска выломана. Как будто он поломан. Искусственно сделан так. Так все скучно под это, как под какой-то стиль сделан. Такой бедный, да? Вообще там еще посмотрим. Давай на интернете что-нибудь заказываем. Надеюсь, мы найдем какой-нибудь стол. Я тоже надеюсь на это. Подходящий. Ну, это точно не подойдет. Не, он совершенно такой под старый сделан. Под старое дерево. Совершенно не подойдет. Что будем? Мне ничего не нравится. Это все? Все столы, да? Да. Раньше было много, и цвета разные были, и все. Да. Все как-то... Как в море, видишь, все вот эти вот такого вот стиля. Старое стали, дерево какое-то. Стали не... производить какую-то дрянь. Глянь, они весь магазин разобрали. Отпусти петуха. Пойдемте. Так, а вот какой-то здесь есть стол светленький. Ох, посмотри на этот стол, что скажешь? Это хороший. И он у них на клиренсе, да? Мама, у нас поместится. Что? Вот это вот просто наклейка. Это не дерево. Цельное. И стулья такие же, да? Стулья, скорее всего, нет. Стулья деревянные. Вот. Не слышно, он такой глухой звук. Такой. Сань, ну что мы будем делать, ребят? У нас магазинов только нет мебельных. Где? Слушай, хороший какой дрессер. Соне бы такой. А почем он? Мне бы такой. Да, не, у Сони просто белый стол. Чуть ни цены, ничего у него нету. Сейчас, супер. Можно, Соня, садись туда? Соня, иди сядь в то кресло. Ого. Классная, вот это классная штука. Мне даже спать можно. Будем? Ага, обязательно. Ну, нужна одна такая. Нужна, да? Да. Срочно, да? Да. Кому больше? Ты,
ты присядь. Да если я туда присяду, то она до потолка сделает. Мама, сядь. Не, мне нельзя. Не прыгай. Это для маленьких детей. Такой маленький столик. Я залезу. Там кровать. Ну, это для совсем маленьких, да, детей? Это как Никита, вот, чтобы было. Это-то, если бы мы такую кровать купили, мы могли... Лизочка, подойди сюда к этому столу. Для тебя он большой или маленький? Ну, стульчик такой же какой-то маленький нужен. Да. Да, ну, можно ты сделаешь фотографию, где мы так, мы там летим, и ты в середине, когда мы летим, ты можешь фотографию сделать. Я вас могу только снять. Да прекратите вы. Мам, и присядь туда, смотри, массажер. Ой, дайте я попробую этот стул. Давай. Он работает? Да, смотри. Нажимаешь. Так, подожди, да я сяду в него. Да подожди ты. Выключу. Садись. Подожди. И ноги у тебя. И руки падут эти. Сюда. Так. Руку падут это. Ага, вот сюда руку. Сын. Дальше что? Давление мерить будут? Нет. Так, меня назад откидывают. Релакс. Ну и что-то у меня там спина не помещается. Тебе делаешь что-нибудь? Делают. Тебе... Только хорошо. Мам, это ты здесь свободнее, мальчика. Где твои шузы? Бля, Никита где-то разулся. Вон там. Никита разулся. Карандаш. Да хватит пойдемте. Вот видите, лампа. Корень. Рога какие-то здесь. И это здесь такая стилизованная, все под какую-то бумагу старую. Типа керосиновая лампа. Пошли, мы за столом и приехали. Пойдемте. Вот у нас такая в комнате стояла кровать. Если бы у нас было побольше комнаты, мы бы там поставили. Надо было там... здесь купить вам кровать, да? Да. Такая хорошая. Все бы поместились. Коля, Соня, я. Мама, тут тепло. Тут тепло, иди сюда. Искусственный. А, ну там же настоящий огонь от газа, нет. По-моему, нет? Или только картинка? Тут снизу. А, снизу. Снизу, да. А это просто картинка. Пошли. Так они на яблоко. Как это не трогать? Это вишня, а не яблоко. Все, уходим. Короче, мы приехали домой и решили заказать набор в Костко. Стол и стулья. Здесь очень огромный выбор, но нет ничего такого, что мне бы нравилось. Единственное, что привлекает в Костко, это то, что если что-то не понравилось, можно им написать, и они приедут, заберут и вернут деньги полностью. Придется что-то заказать, потому что этот стол у нас уже со стульями все маленький, все шатается. Вот этот очень высокий, но он про него пишет, что он некачественный. Вот этот, не знаю, мне не нравится. Такой. Здесь вообще из камня поверхность, стол. Но он не очень большой, нашей семье маловат. Вот этот стул понравился папе и старшим детям. А мне он не нравится, мне кажется, он какой-то на офисный похож. Не знаю, какой-то он неуютный. Написано, что он очень качественный, отзывы хорошие, что он такой добротный. Ну, мне не нравится. Вот этот тоже маленький. Этот темный. Мне больше всего понравился вот этот стол со стульями. Но он высокий, и стулья высокие. То есть это как в баре. Мы сначала его присмотрели, и все сказали, да, его покупаем. А потом папа с детьми, со старшими захотели вот это. Мне, скажем так, ничего не нравится, но придется что-нибудь выбрать. Короче, хочу вас попросить, напишите, пожалуйста, свое мнение о этой мебели. Я уже догадываюсь, какое оно будет, но все равно, может быть, к вам прислушаемся. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, какой набор вы считаете самым лучшим. А мы подождем и не будем пока заказывать.